шоу для тих, у кого є телевізор. Візе-шоу. На наші концерти пускають без візи. Візе-шоу. Жартуєм, танцюєм і гарно співаєм про все, що навколо і що відчуваєм. На наших концертах завжди повні зали. Чекає глядач, аби ми починали. Увага для тих, хто пізніше прийшов. Ми починаємо. Візе-шоу. Обіймати, щиро з дизелем сміяти всю ніч. Старих друзів привітаємо, ми з новими заспіваємо в цю ніч. Гарний настрій обіцяємо, вже потрохи наливаємо цю ніч. Мандаринок, аромати, бутерброди і салати в цю ніч. Рашці дулі показати і пітри черти послати в цю ніч. Новорічні подарунки і святкові візерунки в цю ніч. Щоби настрій був чудовий, небо мирним стало знову в цю ніч. Сміялись, всі образи забували всю ніч. Хочемо, аби все сталося, як тут нами загадали всю ніч. Щоб у всьому-всьому світі всі раділи, наче діти всю ніч. Чергу, звісно ж, ми вітаємо тих, завдяки кому ми можемо стояти на цій сцені. Слава ЗСУ! Героям слава! Велика подяка та низький уклін вам. Дякуємо. Найщиріші вітання усім чоловікам і жінкам, що зараз в окопах на передовій. Дякуємо вам. І безмежна підтримка нашому атаману генералу Залужному. Ну що ж, ми на сцені, глядачі, в залі ялинка прикрашена, тож ми можемо розпочинати новорічне. Ну, ви чого? Чого мовчите? Ну, розумієш, ялинка ще не до кінця прикрашена. Кожен з нас хоче ще, ну, додати в її образ. Так. А, ну давайте, додавайте, прошу. З кого почнемо? У кого прапор? У мене, у давайте, мене. Олександре. Хвилиночку. Так, а що за прапор? Так. Ха-ха. Це не просто прапор.
Це прапор з підписом генерала Залужного. Це круто. Так, а куди ж ви його заховали? А так треба, це сюрприз. Так, хто гірлянду готував? Я готував. Ось. А що це за набір літер? Це не набір літер, це символічна абревіатура. Руський воєнний корабль, ну а далі ви в курсі. Нормально. А навіщо? Це щоб у наступному році все, що заходить з боку Росії, йшло за цим курсом. А, зрозумів, тоді вішай. Давайте. А чого ви все вішаєте позаду? Ну, щоб сюрприз не зіпсувати. Так, що в нас далі там? У мене дитячий малюнок. О, чудово, дитячий малюнок. На ялинці це символічно. А що на малюнку? Там Москва. Яка ще Москва? Палаюча. А, нормально. Це просто мій синочок намалював. Ну що, він творча людина, він так бачить. Окей, вішай. Але якась дивна у нас ялинка виходить. Ну. Ви що, її хочете відвести на передову? Ні, ця ялинка виключно для тилу. Причому для дуже глибокого. Так, і ця ялинка виконує бажання. Яке бажання? Найзаповітніше бажання всіх українців. Скоро побачиш. Так, що у нас там, у кого знак? У мене. Ну-ка. Це мені військові подарували. Діва, я щось не зрозумів. Що відбувається? Ми ялинку прикрашаємо, чи ви щось інше задумали? Зараз розповість, мій молодший брат, давай. Ледь головне не забули. Без цього наша ялиночка не принесе радість. А, я зрозумів. Це ви обілєте ялинку бензином, і раз, два, три, ялиночка горить, так? Ні. По-перше, це не бензин, а керосин. Керосин. А по-друге, ми будемо рахувати, як прийнято в таких ситуаціях, у зворотньому напрямку. 10, 9, 8, 7. Ага. Щось я знов нічого не зрозумів. Я думав, ви покладете подарунки під ялинку. Ну, ялинка сама і є подарунком. Під неї нічого класти не можна, тому що це може заважати при зльоті. Зльоті? При зльоті, так. Ось, оце мені подобається, новорічний настрій. Новорічна іграшка. Ні, це граната. Чого? А що? Без неї сюрприза не вийде. Я дуже хочу, щоб у декого було просто вибухове свято. Так, що ви там придумали? Ну, Ігор, ти сам подивись, подивись. Так, а ну? Ну. Боже, яка краса. О, бачиш. Давай покажемо глядачам. Давай. Слухай, ну це дійсно. А я ж казав, за таку ялинку українські міста ще будуть боротися, де її поставити. Серйозно. Я навіть думаю, що вона може одразу в тур їхати, містами України. Я думаю, що таку ялинку до кожного українського двору. О, було б класно. Можна так? Да можна, звичайно. А ще я думаю, що це перша українська ракета класу «Земля-болото». Слухай, треба придумати якусь назву. Я знаю, хлопці. А давайте назвемо її «Святобор». Святобор? Ну так а що, у нас же є ракета «Нептун» на честь бога морів і океанів. А це буде на честь бога лісів. Ми дуже хочемо мати, якщо не мільйон, то хоча б пару тисяч таких ялинок, щоб жодна скотиняка в світі не зробила нічого поганого ані Україні, ані українцям. Ясно? Ясно. Звісно. Ну що ж, я вважаю, що тепер ми можемо розпочинати новорічне, патріотичне, бойове, незламне, народне, святкове, веселе, українське, наше дизель-шоу! Проведемо, а ми нашу маленьку Україну геройно розвеселимо.
Дорогі друзі, як святий Миколай, від усього шановного, дорогого, любимого дизель-шоу вітаю всю країну з Новим роком, з Різдвом Христовим, з усіма новорічними святами, звичайно ж, перемоги, миру, злагоди, добра. Любимо один одного, цінуємо один одного. І щастя, щастя нам всім у Новому році. Друзі, ми продовжуємо. На черзі номер з моєї улюбленої серії про білоруського диктатора. Ну і про Новий рік, звісно. Кажуть, Лукашенко у своєму новорічному зверненні і хотів би все спихнути на своїх попередників, але нема на кого. Якщо подивитись всі привітання Лукашенка за 30 років у зворотньому порядку, то можна спостерігати, як Білорусь розвивається і стає сильною, незалежною та багатою країною. Отже, запис новорічного звернення Олександра Лукашенка. Під ваші оплески. Может, вот так начать новогоднее обращение? Александр Григорьевич, мы еще в прошлом году этот танец обсуждали. Ну, нет, наверное, нет все-таки. Так я же доработал его с прошлого года. Ну, как? Там же появилось теперь... Давайте и в этом не будем показывать. Ну, пожалуйста, Александр Григорьевич, тем более у нас уже все готово к записи вашего новогоднего обращения. Да ну, неинтересно мне одно и то же каждый год. Надоело. Возьмите мое прошлогоднее обращение, наложите на него дикпик мой, и все. Что, простите? Дикпик? Ты что, не знаешь? Ну ты деревня. Это новые технологии, Димочка. Когда берется лицо одного человека и накладывается на другого. Может, дипфейк? А я что сказал? Дикпик. А какая разница? Ну, Александр Ильич, большая разница, понимаете? Если мы белорусскому народу покажем ваш дикпик, они окончательно поймут ваше отношение к нему. Да что там тут белорусский народ меня не видел? Ладно, тогда просто возьмете мое прошлогоднее обращение и все. Александр Григорьевич, ну мы в прошлом году так сделали, ну. Ну еще раз прокрутите его, все равно никто не заметит. Никто не заметит. Вы так после выборов сказали, а потом бегали с автоматом без рожка. Я просил об этом мне не напоминать. Извините. Я что, виноват, что этот рожок отстегнулся, когда я в туалет пошел? Я его пытался достать и достал. Ну, не его. Короче, я об этом больше не хочу слышать. Ладно, давай запишем. Что уж там. Только мне для начала надо рот размять. Позвать специалиста? Нет, сегодня я сам. Хорошо. Расскажи-ка про молочку. Про какую про молочку? Про молочку, про молочку, про молочечку мою. Шел Саша по шоссе и сосал. А что сосал, не твое дело. Все, рот я размял, можем начинать. Хорошо, Александр Григорьевич, но давайте все-таки в начале текст речи посмотрим. Если вдруг вам что-то не понравится, я поправлю. Что значит поправлю? В Беларуси только я править могу. До сюда. Что ты там понаписывал? Это был непростой год, благодаря мне. Что? Ты не охренел, Дима? Александр Григорьевич, вы дальше читайте, пожалуйста, дальше. Благодаря мне белорусы этого не ощутили. А, молодец. Спасибо огромное. Причем тут ты? Это я молодец. Раз не ощутили, значит, хорошо смазал. Так, значит, вот. Поэтому мы с мылом смотрим в будущее. С каким мылом? Может, ты что, с мылом и веровкой? Александр Григорьевич, там написано «смело». А! Не «а», «о», «смело». Да понятно, что «о».
смело смотрим в будущее. Это, кстати, правда. Ты знаешь, какой я смелый? Я тебе рассказывал историю, как меня расстреляли, но я не сдался и пошел до конца. Сегодня не рассказывали. Тогда слушай. Как сейчас помню, 94-й год. Я иду вдоль границы, никого не трогаю. И тут на меня как навалились, как давай меня расстреливать. А я вот так в замедленке уворачиваюсь от пуль. Они вот так вот останавливаются, я их так цинь, цинь, цинь. Александр Григорьевич, это фильм «Матрица». Ты что, смотрел «Матрицу»? Блин, все смотрели этот фильм, все знают, кто такой Нео. Черт. Ну ладно, так даже лучше. Тогда люди проведут параллель между Нео и мной, потому что мы оба избранные. Кстати, нужно поблагодарить того, кто меня избрал. Белорусский народ? Да при чем тут вообще белорусский народ? Я про императора всея Руси. Да, там дальше по тексту много о нем. Ну вот, молодец, можешь же, когда я тебе скажу. Так, ага, в этом году у нас не удалось натянуть. Александр Григорьевич, там написано втянуть. Я знаю, что говорю. Если бы нас втянули, нас бы по-любому натянули. Давай без этого лучше. Ну хорошо, если вам не нравится это предложение, можем убрать. Уберем. Ага. Давай лучше про союзников, про наших скажем. А у нас нет союзников. Как-то нет. А Россия? Так... Ну да, действительно, тут скорее хозяин. Ну тогда про союзников хозяина, про Эритрею, Никарагуа, ну и прочих гиббонов. Все, давай писать, я походу разберусь. Мне еще Деда Мороза одеваться. Коленька ждет. Ну, хорошо, давайте начинать, приготовились, работаем. Дорогие соотечественники, это был непростой год. Благодаря мне вы этого не ощутили. Зато ощутили нашу силу. И все благодаря нашим союзникам и наличию ядерного оружия на территории Беларуси. Стоп! Ты кому стоп сказал? Простите, Александр Григорьевич, просто тут такая новость. Ну и что, что новость? Ну просто Путин... Ну и что, что Путин? Путин умер. Ну и что, что... Александр Григорьевич... Блин, доктора! Евгений Михайлович! Чтобы тело, душа были молоды, были молоды, были молоды. Так-так-так-так-так. Интересно, интересно, что он узнал свой реальный рейтинг? Нет. А что, кто-то вслух сказал Тихановская? Да тоже нет, Путин умер. О-о-о. Интересно. А какой из них? Бункерный? Буят, банкетный. Написали, что все. Все? Ага. В таком случае нужна лошадиная доза. Пульс еле прощупывается. Ой, слушайте, может его к окну? А, я понял, вы все хотите устроить как несчастный случай. Отлично, мы его сейчас... Доктор, что вы мне голову дурите? Я говорю, к окну его, чтобы свежим воздухом подышал. Ну, а вы про воздух. Я думал, у вас какая-то хорошая идея в голову пришла. Ну ладно, нет, вы знаете, одного укола будет достаточно. Ой, только отойдите, он может от этой дозы легнуть, как конь. О боже, Дима, мне только что почудилось, будто бы ты мне сказал, что Путин умер. Так Путин умер. Что? Блин. Опять вы за свое! Ну, простите. Ну что вы так учтите? Третью дозу он не переживет. Дима, мне только что причудилось, будто бы ты мне сказал, что Путин умер. Слабак. Александр Григорьевич, успокойтесь, пососите таблеточку. А это поможет? Ну, в Кремле же помогло. Так там же была не таблеточка. Я помню, но помогло же. На какое-то время, да. Ну,
Это что, правда, что ли? Ну, к сожалению, да. Ай-яй-яй-яй, какой нехороший был человек. Сколько всего нехорошего сделал. Так, значит, слушай мою команду. Ага. По всей Белоруссии отменить все увеселительные мероприятия. Есть. Значит, всем приспустить штаны. Уйти, флаги. А, флаги. Так, и всем плакать. Конечно. На работу ходить, но плакать. Понятно. Я бы и сам поплакал, но я все слезы выплакал, когда последний кредит просил. Так, и новогоднее обращение мы писать не будем. Как не будем, Александр Григорьевич, а что мы будем по телеку показывать? Показывайте балет тракторов. Мы серьезно, если мы белорусам покажем балет тракторов, они подумают, что вы тоже. Этого мы допустить не можем. Конечно, давайте писать, только вот. Давайте. О, держите. Что это? Шампанское. Помянуть. Нет, это новогодняя традиция. Это может быть где-то там, во Франции, это новогодняя традиция. У нас другая. Поменяй на молочку. Ну, куда вы, серьезно? Молочку на Новый год? Поменяй на молочку, иначе я тебя поменяю. Возьмите, пожалуйста. Вот, другое дело. Угу. Работаем. Работаем. Начали. Дорогие соотечественники, это был очень... Доктор. Очень. Это по тексту. Я в капельку. Иди отсюда. Это был очень-очень сложный год. Зато в России еще хуже. И все благодаря кому? Понятно кому. Владимиру Владимировичу. О котором теперь либо хорошо, либо никак. Я с ужасом смотрю в наше будущее и ничего не вижу. Потому что там нет ни одного нашего союзника. А что теперь будет с ядерным оружием, я вообще не знаю. Стоп! Александр Григорьевич, тут обновление новости. Пишут, что по Путину не все как бы понятно. Возможно, он в коме. А, ну это мы уже проходили. Ага. Сейчас полежит немножко в коме, в холодильничек потом его пронесут. А потом он снова появится по телевидению и продолжит злодействовать. Да, но это еще не все. Написано, что теперь Россия будет продавать Беларуси газ по рыночным ценам. Александр Григорьевич, опейте кефирчику. Да ну его! Лучше шампанского, там хоть газ есть. Вот. Да, так лучше. Давай. Так лучше. Давай писать. Пока. Работаем, начали. Работаем. Дорогие соотечественники, это был трындец, какой сложный год. Но благодаря великому президенту, великой страны Джозефу Байдену, мы с уверенностью и надеждой смотрим в наше будущее, потому что у нас есть такой союзник, как США. А по поводу ядерного оружия я так скажу. Не было у нас его никогда. Не было, нет и не будет. Александр Григорьевич. Что, опять? Ну да, информация поступила, что Казахстан выходит из ОДКБ. Вот. Александр Григорьевич, что с лицом? Вам плохо? Туфли жмут. Переобуться бы мне. Ну, так вы же только что уже переобулись. Что? Ну, Россия, там, Америка. Что? Александр Григорьевич, я бы на вашем месте так не нервничал. Что значит на моем месте? Ты что, на мое место метишь? Ты! Твое место возле... Как у докторов параша будет? Утка. Твое место возле утки! Кья-кья-кья. Боже. Так, доктор, срочно ой, стул, ой, давайте ой. Стул. Стулья, плохо. Два. Плохо. Два давайте, стула. Давайте. Да зачем? Как... Зачем два-то? Все как вы любите. Одной жопой на двух стульчиках. Уйди от меня. Ну надо же. Просто нож в спину от этого президента Казахстана. Ну, да, как да. Его? Равшан Джумшутович? Не так. Господи, я никогда в жизни не выговорю его имя и отчество. Александр Григорьевич, это еще не все. Тут пишут, что Казахстан и Китай подписывают договор о военном сотрудничестве. Что? Давай писать срочно! Работаем, пишем.
дорогой Касым Жамарт Кемелевич Такаев. Спасибо вам большое за то, что наконец-то открыли глаза нам на это ОДКБ. Это ОДКБ оказалось полное Г. Наконец-то оно лопнуло, как мыльный пузырь. Но мы с радостью и надеждой смотрим в будущее, благодаря тому, что у нас есть прекрасный союзник Казахстан и Китай. Всегда любил Китай, вы знаете. Как говорила моя бабушка, кстати, китайка по дедушкиной линии. Говорила она моему дедушке, кстати, казахстанцу по бабушкиной линии. Александр Григорьевич! Что? Снова новости. Пишут, Израиль полностью разбил ХАМАС. Так возьмите у меня в гараже новый ХАМАС и все. Не КАМАЗ, ХАМАС. А, это на хлеб намазывали? Да нет, террористическая организация ХАМАС, вы ее поддержали. Я? Вы. Ой-о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 й. Шалом, белорусы! Так и да, год был не цимис. Но благодаря нашему нежнейшему союзнику Израилю мы с уверенностью смотрим в следующий 5784 год. И если я там когда-то один раз по незнанке поддержал ХАМАС, то, как говорится, один раз не ХАМАС. И в качестве извинений я сегодня же подпишу указ о том, что обрезание теперь будет обязательным в Беларуси при приеме на работу, при поступлении в институт, в школу, в детский садик и, конечно, ясельки. И более того, я и себе готов сделать обрезание прямо сейчас. Сделал бы, но не имею с собой инструмента. У меня есть Вон отсюда, Коновал. Сам просил. Александр Григорьевич, тут опять проблема у нас огромная. Вот, поступила информация, что россияне требуют, чтобы Беларусь вернула им все долги и кредиты с процентами. А сколько ж там накапало? Больше 100 миллиардов. Доктор, ну сделайте что-нибудь, ну. Может быть, просто чуть-чуть обождем? Да я это говорю, сделайте что-нибудь, ну. Ну, в таких случаях обычная пощечина может помочь. Ну, так дайте ему пощечину. Я что, одноразовый? Вы давайте. Так, знаете что, вот он придет в себя, я скажу, что вы не хотели помогать. Ну, какой вы хитрый. Ага, давайте. Ах, ах. Ну, ладно, ну, можно стукнуть, чтоб наверняка. Раз. Два. Ты вообще охренел, что ли? Ты на кого руку поднял? Это он придумал. Александр Григорьевич, пишем новогоднее обращение. Да какое тут уже новогоднее обращение? Тут завещание писать надо. Если хочешь, я запишу, пожалуйста. Белорусы, соотечественники, я смотрю в будущее и вижу в нем Беларусь. Только в этой Беларуси я не вижу себя. А если я не вижу себя в Беларуси, значит и Беларуси существовать не зачем. Где моя ядерная кнопка? Стойте, 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 Александр Григорьевич, тут... Что еще может произойти? Инопланетяне пролетели. Пишем обращение к инопланетянам. Дорогие альфа-центавряне, альфа-центавра и Беларусь – это планеты-побратимы. Так было издавна. И я сейчас хочу обратиться к вам на вашем альфа-центаврическом языке. Александр Григорьевич, да нет, инопланетяне! Пишут, что Россия готова подписать капитуляцию в войне с Украиной. Ну,
ну что? Ну что такое? Ну что? Ну. Мне надоело переобуваться. Александр Григорьевич, ну вы же по-другому не сможете выжить. Я больше не хочу. Ну один раз. Еще один раз. Последний? Да, да, последний. Сейчас, сейчас мы вот так вот делаем. Вот. Хорошо. Давай. Давай. Шановні українці, вітаю вас з Новим роком і з перемогою над рашистськими окупантами! Завжди підтримував вас у вашій боротьбі проти загарбницької політики диктатора Путіна. І як казала моя бабуля, до речі, українка, це правда, можете погуглити. Так ось, вона казала моєму діду, слава Україні, а дід їй відповідав, das ist so recht, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Александр Григорьевич, что вы делаете? Вы опять испортили. Я спускаю, отстаньте от меня! Сьогодні ми хочемо привітати з Новим роком друзів. З Новим роком, друзі. З Новим роком, друзі. З Новим роком, друзі. Бо лише з друзями Новий рік буде легким. Бо лише з друзями Новий рік буде багатим. Лише з друзями Новий рік буде веселим. Бо лише з друзями Новий рік буде щасливим. Бо лише друзі завжди і усьому тобі допоможуть. З Новим роком, друзі!